Нидерландах задумались о легализации эвтаназии здоровых людей, сообщает Reuters. С такой инициативой выступил министр здравоохранения страны. По мнению авторов документа, тем, кто пришел, цитата, «к обдуманному решению о том, что их жизнь завершена, должно быть позволено при наличии строгих и точных критериев окончить свою жизнь тем способом, который они считают достойным». Конец цитаты. Законопроект предполагается детально проработать до конца 2017 года совместно с врачами и специалистами по этике. Добавим, что в России эвтаназия запрещена, а мы решили поинтересоваться у уфимцев, как они относятся к эвтаназии здорового человека. Ну вот здоровый человек, если решился на это, то я против этого. Потому что здоровый человек вообще не имеет права. Он, значит, получается, испугался своих уроков и сбежал как будто с урока. Вот как дети убегают с урока, нужно все равно экзамены в жизни сдавать. Вот поэтому здесь я тоже считаю так. Получается, делает плохо для своих родных, поступая таким образом. Допустим, в России этим воспользуются непременно преступные элементы. Потому что здоровый человек подпишет себя на эвтаназию. И, в принципе, и также могут завладеть его как квартирами, так, ну, то есть и деньгами, в принципе. Я отношусь к этому отрицательно. Своей смертью это пусть умирает.